Ребят, всем привет! Я уже давно хотела нарисовать Микки Мауса, и сегодня я решила уже все-таки его нарисовать. Я начну рисовать маркером, а вы, если хотите повторить такой же рисунок, то рисуйте простым карандашом сначала. Берите простой карандашик, резиночку и повторяйте со мной. Смотрите, начинаем. Я начинаю с носика. Вот здесь будет голова, примерно так я себе отмечаю, что здесь будет голова, туловище и ноги. Носик будет примерно здесь. Вот такой необычной формы, он не просто овальчик, как мы раньше рисовали носик, просто овальчик, а он такой, загнутой такой формы. И мы его сразу закрашиваем. Вот такой носик получился. Теперь линия у нас идет вот сюда. Так. И здесь у нас идет линия вот отсюда, как бы она здесь через носик проходит. И вот сюда. Вот так. Здесь еще рядышком будет глазик. Мы сразу отмечаем, рисуем один глазик. И рядышком рисуем второй покрупнее. И закрашиваем. Я оставлю белые блики в глазах. Я на носике почему-то не оставила, не знаю, сейчас только об этом подумала. Что можно было здесь на кончике оставить белый блик. Вот так получились глаза. Здесь у нас будет улыбочка. Я сейчас повыше вот так дорисую. Вот так. И сюда пойдет улыбочка, ротик такой. Вот так. Язычок. И внутри ротик можно тоже закрасить черным маркером. Я понимаю, что вас раздражает этот звук маркера, но, к сожалению, ничего не могу с этим поделать. Я же закрашиваю, и звук, соответственно, все равно будет. Вот так у нас получается пока. Дальше, вот примерно отсюда, вот из этой точки я поставила. У нас пойдет вот здесь, вот сюда линия между глазами соединится. Так она у нас идет, идет, идет. И вот сюда приходит. И здесь. Будет вот так. Вот отсюда, от вот этого подбородочка тоже пойдет линия. То есть она у нас вот отсюда вот так пойдет. И вот сюда придет. Вот таким образом. Здесь дальше мы дорисовываем форму головы. То есть вот от этой линии. Сейчас потолще сделаю. Вот отсюда. У нас пойдет вот так голова. И вот сюда она у нас соединится. Вот так. Здесь у нас будет одно ушко, и здесь второе. Ушки кругленькие. Кругленькие. У меня, конечно, с кругами проблема, поэтому я буду выпрямлять. Вот примерно так одно ушко и второе здесь. Вот так. Ушки у нас получились, дальше идет туловище. Я потом возьму маркер побольше и закрашу черные места. Туловище вот отсюда.
И вот здесь, вот отсюда. Здесь шортики будут такие, штанишки или шортики, не знаю, как правильно, как это называется. И вот так соединяем. Вот сюда примерно. Так, и здесь у нас идет вторая штанишка, но она такая длинненькая. Так, раз. И ножки. Одна нога пойдет сюда, вторая вот сюда. Одна нога. И вторая вот сюда пойдет. Сюда вот так. Даже подлиннее чуть-чуть. Так. И есть обувь. Правильно, нам нужно рисовать обувь. Здесь подошва. Мы рисуем подошву вот так. И обувь сюда вот так соединяется. Одна ножка у нас получилась. Сейчас рисуем вторую. Здесь также воротничок такой обуви есть. И вокруг идет уже... Вот так, обувь. И не хватает руки. Рука у нас будет вот здесь, вот отсюда. И уходит вот сюда. Так, и здесь у нас еще будет хвостик. Это же мышка, у мышки есть хвостик. Вот такой мышонок у нас получился. Я сейчас здесь закрашу хвостик черным. Здесь, кстати, есть два кругляшка. Я думаю, это пуговицы или что это. Мы рисуем такие овальчики. Один и второй. Так, у нас черные ноги, черное туловище и черный верх. Я этот тоненький маркер закрываю. Беру маркер побольше. Сейчас будет ваш неприятный самый звук, но, к сожалению, нам нужно закрасить. Поэтому потерпите немножечко. У меня маркер такой, который с краской. И краска потом засыхает, и становится рисунок яркий. Этот маркер, кстати, живет дольше, чем обычный маркер. Ребят, кому неприятен этот звук, промотайте буквально 2 минуты, пока я закрашиваю, и смотрите дальше. Здесь так руку дорисую, то как-то она странная получилась. Так, руку я закрасила, туловище закрасила, сейчас ножки.
вторая нога. И у нас осталась голова не закрашенная, это ушки. Я вообще весь этот рисунок буду дальше закрашивать цветными карандашами. Фломастеров у меня, к сожалению, дома нет, поэтому есть зато цветные карандаши, я сделаю цветными карандашами. И что-то круг не получился. Вот так можно сразу выровнять там, где что не получилось. Так, и осталось совсем чуть-чуть закрасить вот здесь вот эти места, верхние части, верхняя часть головы, потому что здесь у нас остается белое. Мы закрашивать вообще не будем. Вот так у нас получилось все. Теперь я закрашу шортики. Шортики красные, я возьму красный потемнее, вот такой. Такой красный, закрашу шортики. Цветным карандашом. Конечно, если закрашивать красками, это все будет выглядеть ярче. Но я что-то не захотела красками. Мы уже закрашивали с вами прошлый рисунок диснеевский. Этот я решила сделать просто цветными карандашами. Кстати, карандаши у меня акварельные. И если вам кажется, что мало яркости, можно добавить немножко воды. И кисточкой, чистой кисточкой с водой поверх пройтись, да, и у вас будет эффект, будто вы нарисовали акварелью, и цвет сразу станет ярче. Так, шортики я закрасила и закрашу сразу, сделаю язычок, но другим красным. Вот так. Дальше у меня есть цвет, похожий на охру, такой желтенький, темный, и я им закрашу обувь.
Можно было, кстати, оставить вот здесь наверху и вот здесь наверху блики обуви, но я не стала. Это такой мультяшный рисунок, поэтому все очень просто, лаконично, все закрашено полностью. Единственное, я оставила блики в глазах, и то можно было бы их не оставлять. Дальше, что я еще нарисую? Я нарисую линию земли, что он у нас стоит где-то на чем-то, а не просто в воздухе летает, правильно? Возьму вот светло-зелененький цвет и светло-зеленым так немножечко травки добавлю. Вот такой рисунок получился. Ребят, не повторяйте, не начинайте за мной повторять маркером. Лучше возьмите карандашик, простой самый, наипростейший, обычный. И начинайте рисовать простым карандашом. Все, что не получится, стирайте резиночкой и исправляйте, пока у вас не получится. Вот такой рисунок получился. Вроде как похож, да, вроде как получился. Конечно, сложно сразу маркером рисовать, но я все равно пробую. Я раньше так никогда не делала, но тут решила, именно когда открыла канал, решила рисовать сразу маркером, пробовать. У меня стало получаться. То есть всегда, если вы хотите что-то испробовать новое и думаете, что у вас не получится, просто возьмите и попробуйте. Если вы думаете, что у вас не получится рисовать, просто возьмите и попробуйте. И у вас все получится, я в этом уверена. Всем спасибо за просмотр, всем пока!